20 марта 2018 года, 12 часов 54 минуты. Другие Олимпиады. Представитель оргкомитета заявки Сёна, Швейцария, на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года не считают, что им придется проводить референдум по всей стране, сообщает Inside the Games. Ранее политики кантона Валь заявили, что для подачи заявки Сёна может потребоваться проведение национального референдума. В этом случае городу вряд ли удастся претендовать на проведение Олимпийских игр. Издание Sonntag Zeitung утверждает, что около 43% жителей Швейцарии выскажутся против подачи заявки на проведение Олимпиады в Сёне. Ранее результаты референдума уже не позволили подать заявку другому швейцарскому городу Граубюндену. Источник Inside the Games сообщить об ошибке комментарии 0.20 марта 2018